Появился очень странный и страшный слух, что с теми, кто выпивает новый напиток Гримаса, происходит что-то ужасное. И поэтому мы сегодня сделаем Гримаса и его напиток. И посмотрим, что с нами произойдет. И тот, кто наберет в этом видео меньше всех очков, будет петь песенку «Я Сигма, я крутой». Но сначала запустим салют. Все, можете идти. Но пока вы не ушли, я хочу вам кое-что сказать. Там в наборе с этим напитком идет еще бургер. Вы уже 40 минут беспрерывно строите, поэтому я хочу посмотреть, что у вас получается. О, я вижу, это тот самый Гримас. Очень страшный. Пока что это похоже на какой-то заморский фрукт. Явно не вкусный. И рядом с этим фиолетовым фруктом находится Макдональдс, который построил Агушин. Привет. Привет. Это мой Макдональдс, вот видишь, буковка М. Проходим сюда, тут идеальная ровная плиточка. О. Потом тут вот сверху тут этот шейк, потом тут кассы красивые вот такие. Ты видел вообще, как выглядит Макдональдс? Там красивое освещение, на кассах огромные стеклянные рамы, везде выставлены красивейшие бургеры, напитки, столики. Это все будет, надеюсь? Да. Иначе это повлияет на оценку, и, возможно, ты в конце будешь выполнять... Столики будут, бургеры будут. Не, бургер будет один только. Это тоже будет. Если ты хочешь избежать того, что будет в конце этого видео, то тебе придется постараться. Хочу. Все. Тогда тебе придется постараться. Я хочу тут, короче, шейк построить, который ты будешь пить. А... И самого Гримаса построить. Эту сопельку, которая фиолетовая. Я ухожу. С этого Макдональдса. Ходец. Да, и гулять взять. Ну, короче, я делаю стаканчик. А что еще, в принципе, сказать? Если даже от такого маленького напитка может произойти такое, то что произойдет, если выпить такой огромный напиток? И тут рядом тоже есть Макдональдс, который построил Фа-портал. Ремонт. А. Ремонт вот этой части, потому что подростки злые и все сломали. А кто этот злой подросток? Ты, мне кажется, да? Нет, он большой слишком. Ладно, бедный Макдональдс. Он... А что же внутри? Он... Чтобы выиграть, надо сказать волшебное слово. А его нету. О, ну ты сделал это прекрасно. Так что... Видишь, он прикол? Ух, двери открываются, но назад ты уже не выйдешь. В смысле? Понимаешь? Вот, смотри, ты закрываешь дверь, да. И все, они не открываются. А почему так? Ладно. Мне даже становится интересно, кто из вас в конце будет заказывать. Почему он у тебя такой огромный? Это пока что самый большой Макдональдс, который я видел в этом видео. Если внутри ничего нету, даже одного блока, то я буду очень зол. Есть какой-то блок, ну ладно. Ну, внутри особо пока ничего нету. Но снаружи это выглядит эпично. Это похоже на огромный Макдональдс, потому что это оно и есть. Наверное. Еще один Макдональдс, серьезно? Где здесь вход? Так, это похоже на окошко, из которого выдают еду. Где моя еда? А с другой стороны есть вход, и тут даже есть буква М. Это получается все, что вы построили за 40 минут. У вас еще есть в два раза больше времени, так что стройте. Уже прошло 2/3 времени, у вас осталось всего лишь 40 минут на то, чтобы все закончить. И я снова буду смотреть, что у вас получается. Агуша, привет. Да, привет, я делаю эту фиолетовую соплю. Надо называть это фиолетовая сосиска. Агуша, давай забивной обзор. Короче, смотри, добавить забивной столик. Он очень детализированный, я его делал почти все время. А потом добавились такие крутые табуретки забивные. И тут еще такие табуретки забивные, вот по такому ряду. Тут ничего не поменялось, ну хотя почти. Почему ничего не поменялось? Штучка, где выдавать еду. Я думал, это телевизор, ну ладно. Смотри, вот тут появляется вот такой бургер. Забирай. Ладно. А лучше пойду к своему другу. Ну и уходи отсюда. Но больше это не похоже на какой-то заморский фрукт. Теперь это больше похоже на заморский фрукт с ногами. Вообще это фиолетовая сосиска. Я не знаю, что тут говорить, просто какая-то фиолетовая сосиска. Ничего ты не понимаешь, это сопелька. И теперь я в самом большом Макдональдсе в этом видео. Он размером, сейчас надо посчитать, какого он роста.
Чинг. Этот Макдональдс высотой 21 метр, что? Здесь у тебя даже растет трава рядом, это вообще здорово. А внутри есть много столиков. Раз столик, два столик, три, четыре, пять, шесть, семь. Новый напиток. А где же бургер, который был в подарок? Там было. А мне больше нравится вид из окна на все бескрайние елки. Я сейчас попробую себя в роли кассира большого Макдональдса. Так, здесь у нас есть окошки. Если кто-то подъедет сюда, то я дам ему вкусный бургер и напиток. А если подойдет кто-то отсюда, то я дам ему свертухи. Вот так. Фчу. Пш. Приходите к нам в магазин. О, кто-то уже пришел, идем. Я приготовлю тебе напиток. Это же все-таки фастфуд, поэтому джинк, джинк, чиник. И сейчас я тебе приготовлю твой бургер. Бургер готов? Давай, готовь скорее. Присаживайся пока, покупатель. Прошу, вот ваш вкусный ароматный коктейль. И вкуснейший бургер. Ой. Ладно, пойдет. Вот ваш вкуснейший бургер. Делали очень быстро. Все-таки фастфуд. Кушайте на здоровье. Правда, одна булка только осталась. У меня нет денег. Ладно, кушай бесплатно. Я тебе разрешаю. Ребята, подходите, покупайте новый свежий коктейль. Скажите свой заказ. Спасибо. Вот это здесь напиток. Нам нужен такой напиток в огромный Макдональдс, чтобы он там продавался. Было круто. Ну да, реально. Celebrate. Что это значит, не знаю. Коллаборация. Какая коллаборация? Срочно дайте мне коктейль. Вкусный. Вы почему дверью хлопали, пол сломали, пробили? А, так, я хочу бургер, картошку и новый вкусный напиток. Жду через 30 секунд. Если не принесешь через 30 секунд, то все. По порталу у тебя осталось только 10 секунд. 3, 2, 1, 0. Заказ готов, несем. Где мой заказ? О, заказ. Так, это у нас... так называемый бургер и сок. Спасибо, я доволен обслуживанием. У вас осталось только 40 минут, я приду к вам потом. Всем пока. Я пришел в самый большой Макдональдс. Переходим сюда. Потому что здесь есть новая новинка. Очень вкусный напиток, который я хочу попить. Здравствуйте. У нас здесь только Гримас Шейк и Гримас Шейк. Понятно. Буду это. Ладно, идем на второй этаж. Ходите к нему и выпивайте. Омагад, как хотел попробовать новинку. Мне понравился очень бомбический напиток в прямом смысле этого слова. Я еще хочу... Там в наборе еще идет бургер, так что я хочу еще бургер. Бургер, бургер. Ладно, сейчас сделаем. Немного твердоват, но так и надо. О, мой бургер, ура. Хочу еще... ладно. Хочу еще гримас шейк. Гримас шейк, гримас шейк. Он очень вкусный. Ура. Все, я выпью. Ладно, все, спасибо. Я ставлю вашему магазину огромному 10 из 10 и пойду дальше. Спасибо за оценку. Вот, даже из травы буква М. Другие участники тоже оценят. И здесь 46 очков. Я иду в следующий Макдональдс, он здесь неподалеку. Он чуть-чуть поскромнее. Не двухэтажный, с огромными дверями, огромными чем-то. Ну ладно. А на столах столько вкусняшек лежит. У нас очень солидное заведение, все какие лампочки красивые. Там огромный двухэтажный Макдональдс. А у тебя здесь... Размеры не важны, важны какая тут еда. Смотри, во-первых, офигенный работник. Смотри, какой он веселый. Я хочу заказать новую новинку. Новую новинку. Ну, короче, вот этот снейк. А у нас, короче, к этому снейку идет бургер бесплатный. Будете брать? Да, бесплатный бургер я... Смотрите, вам уже там за столиком вот еда. Что? Смотри. Как так быстро? Ладно. Ну, этот напиток выглядит явно лучше, чем у Black Fox. Ладно, я начинаю все это есть в нем. Зачем ты съел? Ой, а что с твоим гримасом случилось? Куда он упал? Он обиделся на тебя, ты стаканчик съел. Да уж, по его лицу сразу видно, что он обиделся. Давай я буду тебя обслуживать. Я хочу попробовать гримас шейк и бургер. Какой еще банкер? Бургер. Ты итальянец или кто там? Да. Сейчас все это будет доставлено моментально. Да. Чинник, и вот ваш заказ. О, кушай, да. Кушай. Это был взрывной коктейль, понял? Невкусно как-то. Невкусно? Ну это он все готовил, и не его спрашивай. А ты чё мне, ты чё наварил мне? А, ну ладно, это мы не вставим, как ты сделал из гримаса кресла. Я ставлю 10 из 10, потому что там есть
Во-первых, это гримас. Во-вторых, это Сри, это самый лучший работник. Посмотри в его глаза. Это самые лучшие глаза на свете. У него даже кап, у него даже кепочка есть. 51,88 очков у тебя. Спасибо. Помните, что тот, кто наберет меньше всех очков, будет петь песенку «Я Сигма, я крутой». Если честно, это самый кирпичный Макдональдс, из которых я видел. То же самое. Агуша, иди ты заказывай, у меня нехорошо получается. Так, смотри. Тыковка, мне нужен этот, короче, шейк и бургер. О, бургер. А шейк где? Что это за печка такая? Что за? Мне нужно посмотреть на этом. Ладно, я так понял, нам не дадут гримас шейк, поэтому я поставлю вот столько баллов. Итого у тебя 40 очков. У меня абсолютно новая новинка, самая новая новинка. Гримас шаг. Гримас шаг? Да. Я думал поставить там после ше добавить L, но передумал. Знаешь, смотри, ты больше не фастфуд, потому что ты приготовил этот напиток ровно за 2 часа, даже больше. Ты лишаешься статуса фастфуда, теперь ты Ладно. Зато у тебя самый красивый вкусный шейк. Дай попробую. Там что-то... Не пошли! Что это было? Ой, что произошло? Что происходит? Привет, я с тобой. Кто-то уже все выпил, Агуша, до нас. Где мой шейк? Искупаться хотел. Ты его выпил! А если меня в трубочку засосать, что будет? Не знаю. Агуша внутри гримас шока. За это можно поставить 10 из 10. И здесь 46 очков. О, ноу. Это еще один Макдональдс, но здесь есть гримас. Очень... красивый. И очень добрый, конечно, с мечом в руках. Привет, гримасы. Ты похож на соплю. Ладно, пойдем внутрь. Вау, какой красивый снаружи этот Макдональдс. Ну ладно, заходим. А внутрь как зайти? А никак. Там как нету ничего. В смысле нету? А это нормально то, что в нем дырки? Где? Сверху. У него в голове дырка. И здесь 47 очков из 60. Это довольно много. Ну ладно. И осталась самая последняя постройка. Знаете, кто пока на самом последнем месте? Шоколадный заяц. Что? А, да? Я на последнем? И последний Макдональдс. Работает 24 часа в сутки. Это очень круто. Ремонт. Подростки злые, все сломали. Надо сюда забраться. Зачем? Ну, можно забраться. Ну ладно. Здесь очень эпично открываются двери. И сейчас будет эпичный вылом дверей. Бррррр. Давайте мне сюда скорее Хочу крутой заказ. Вон тот, который вон там с этим напитком, бургером. Еще вон тот с картошкой фри. Давайте мне скорее. Я вам даю только 300 секунд, а то все. Я буду мойте играть. Руки сначала. Да, блин, ладно. Идем в туалет, мыть руки в унитаз. Ауи. То есть вот здесь. Так, прошло уже 5 секунд. 10. О, мой заказ уже приехал, что? Это почти самый лучший шейк, который я видел. Но мне картошку не подали с шейком. Быстро подавай. Стоп, почему Агуша не подали? Подавай мне. Я тут сижу с Янкинсом. Она хотела картошку фри и вот это. Я. А чем пустой поднос тащит? Пустой поднос тащит. Я хочу бургер, пожалуйста. Я застрял. Слишком много заказов. А я его взрывать. В смысле? Хотеть. Ты зачем мой обед взорвал? Ну вот, я даже не успел выйти. Бургер! Моё бургер, моя еда, все сломали. Все, я за это ставлю. Но давай мне еще один заказ, я заказываю сразу 5 шейков. Окей. Доставьте, я засекаю секундомер. Секундомер идет, фапортал, давай. О, я вижу, там уже мой заказ несут. 25 секунд. 30 секунд уже. За 33 секунды. Один упал, значит его кремировать. Вот дополнительно подарок. Это очень хорошо, поэтому это классно. 24 здесь... часа в Макдональдсе. Этот, смотри. Ты чё? Я тебе хочу твою оценку озвучить. А я уже забыл, какая ты чё. У тебя 50 очков, поэтому шоколадный заяц будет петь песенку. Я Сигма, крутая Сигма. 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 Ладно, все, достаточно. Все, мне не понравились, все, я уйду. Нет, не уходи с этого канала. За ним! Догоните его, он должен сниматься в видосах. Вот видео, в котором мы сбегали от самого гримаса. Всем пока. Ну и всем спасибо за участие, всем пока.